Настало время, которого я жаждал очень давно. Время хаоса и разрушений. Снова этот человек. Возвращение с пулом. Время боли и страданий. Добро пожаловать в мой мир. Дорогие друзья, здравствуйте! Вас приветствует независимая федерация рестлинга, и это шоу «Удар». И кто у нас появляется в зале? Это, дорогие друзья, Владислав Салдаев. Кто-то из вас его знает, кто-то нет. Но я напомню, что это рестлер, представитель промоушена GCW, который некоторое время назад прекратил свое существование. Этот рестлер уже выступал у нас на наших ударах. Этот рестлер был первым хардкорным чемпионом GCW. И этот рестлер является первым и последним командным чемпионом GCW. Его напарника Индиго вы могли видеть на прошлой неделе. А это его оппонент. Ричард Теодор Моун. Действующий командный чемпион NFR. И не только. Вы должны прекрасно его помнить как менеджера команды «Надежда Америки». Ричард Теодор Моун в свое время, ну, это был 2015 год, он изрядно бесил зрителей независимой федерации рестлинга как менеджер «Надежды Америки». Вы помните, насколько он вызвал кучу негатива, просто, ну, ненависти у наших зрителей как менеджер. Потом, через некоторое время, Ричард Теодор Моун перебрался в Нижний Новгород, ну, точнее, скажем так, это его родной город, и начал активно выступать как рестлер в промоушене под названием GCW. У нас он был менеджером, а там он достиг определенных высот как рестлер. Ну, он был чемпионом GCW в открытом весе, и определенный рекорд у него был 642 дня. Он был чемпионом Беларуси, дорогие друзья, 257 дней. И сейчас вот он стал командным чемпионом NFR вместе со своим напарником Торнадо, он же Алексей Усман. Почему происходит этот бой, дорогие друзья? Вот сейчас начался поединок. Опа! Атака ногой. Да, почему, собственно, происходит этот бой? Многие могут спросить, может быть, кто-то не знает. Короче, суть в чем? Владислав Салдаев и Индиго, они как бывшие командные чемпионы GCW решили... Ой, какой клоузлайнище. Они решили замахнуться на командные пояса NFR. Вот, ну... И смотрите, какое удержание от Ричарда Теодора Моуна. Он же Ричард Ти Моун. Представитель команды Высшее общество, друзья. Вот. В чем суть? Они захотели боя за командные пояса, но... Ричард Тимон и Торнадо, они сказали, что нет, друзья. О, вот это вот, да, вот это бросок. Они сказали,
нет, товарищи. Просто так бы бой за пояса вы не получите. Если вы хотите бой за титулы, вы должны победить нас в одиночных боях. На прошлой неделе Индиго дрался с Алексеем Торнадо Усманом и проиграл. А сейчас вот какой удар, какой прям удар в грудину. А сейчас вот лямку тянет Владислав Салдаев за свою команду. И если он побеждает, то их команда становится претендентами на титул на командные пояса чемпионов независимой федерации рестлинга. Удержание. 1-2. В общем, друг друга эти рестлеры знают отлично по выступлениям в GCW. Я еще раз напомню, GCW это промоушен из Нижнего Новгорода. GCW – Горький Сити Рестлинг по-английски. Инсигири мы только что наблюдали от Ричарда Тимона. Вы знаете, вот, дорогие друзья, Ричард Тодор Моун, конечно, не обладает какими-то выразительными атлетическими данными, да? С одной стороны. Но, ребятки, обратите внимание, как работает этот человек на ринге. Он подобен, знаете, вот как... Ох, какой удар по спине. Вы знаете, как питбуль. Вот, человек, который если вцепился, то все, он будет держать до последнего. Поэтому даже вот такие не столь крупные габариты Ричарда Теодора Моуна, пускай вас не вводят в заблуждение. Это очень опасный рестлер. И Владислав Салдаев сейчас это чувствует на своей шкуре. Кстати, почему, собственно, Владислав, а не Владислав? Многие тоже могут спросить. А это потому что, дорогие друзья, это рестлер из Литвы. По-моему, это первый и единственный вообще представитель Литвы в про-рестлинге. Может быть, даже и в мировом. Я, честно говоря, других литовских рестлеров даже и не знаю. Промах. Удар ногой блокирует. На фулл Нельсон Салдаев ловит Ричарда Тимона и получает лариат по загривку. Вот, северный лариат это называется. Солидненько так. Да, на Владиславе Салдаеве, конечно, сейчас огромная ответственность, потому что тянет он лямку за всю свою команду. И за себя, и за Индиго, который, я напомню, на прошлой неделе проиграл бой в матче против Алексея Торнадо Усмана. Апперкот. И вот так вот на колено только что насадил Салдаев Ричарда Тимоуна. Удар плечом, блокировка. На ДДТ ловит Салдаев Ричарда Тимона и втыкает его головой прямо в ринг. Но это еще не все. Атака продолжается. Так, он поднимает его и забрасывает к себе на плечи. Это похоже на пытку боли, но... Нет, это был некбрейкер с плеч. И еще одно удержание. Было близко, но нет. Так, друзья, что вам еще рассказать? Вот про этих... Ой-ой-ой, какой... Какой лариат еще один от Салдаева. Да, дебют Салдаева произошел в НФР в прошлом году. Еще один лариатище. И тогда его оппонентом стал Фридрих Маркс. Это было на живых записях удара. И, в принципе, тогда Салдаев достаточно быстро справился со своим оппонентом. Но вот сейчас, конечно, бой с командным чемпионом НФР, которым является Ричард Теодор Моун, это, конечно, немножко другое. Удар клоузлайн с разбегу. И Салдаев лезет на второй канат. И на такой мидл-кик попадает. Разбег. Удар по затылку. Удар локтем по шее, вот я сейчас посмотрел, он называется ликвидайзер. Вот это официальное название этого приема. Ричард Тимон лезет на... Так, на второй канат или на третий? Интересно. И, похоже, он готовит дайвинг хедбат и проводит! Удар головой в прыжке просто вот с такой высоты, друзья, понимаете? Человек врезается лбом, но не проходит удержание, нет! Салдаев, конечно, ему нужно собрать все силы в кулак, всю свою выносливость.
для того, чтобы постараться принести победу не только себе, но и своей команде. Ведь если он побеждает, то он и Индиго становятся претендентом на командный, вот как раз таки титул командного чемпиона НФР, который схватил Ричард Теодор Моун, но попадает на захват, друзья, попадает на захват Dragon Sleeper от Салдаева и... Ну что? Так, поднимает руку Данила Дмитриев. Если сейчас на третий раз не поднимет... Все, да, все, гонг. Все. Победа Владислава Салдаева после захвата Dragon Sleeper. Он побеждает Ричарда Ди Моуна. И таким образом он и его напарник Индиго становятся новыми претендентами на титулы командных чемпионов НФР. Когда это будет? Ну что же, давайте, друзья, будем следить за нашим ударом далее. Но обратите внимание, Салдаев показал титул публике. Он, в общем-то, я думаю, готов примерить его, может быть, на талию, может быть, на плечо. Это не важно. Главное, что этот бой состоится. Чур кого? Королева паучковая. Во-первых, дистанция. А во-вторых, я жду Мишу на свидание. Свидание? С Мишей? С человеком вот таким? Смотри, реальный пацан. Реальные размеры. Вот эта вот штука гораздо острее, чем все твои глупые шутки. Тёть, Мишу тыкать будем? Острее, значит. Тёть, да? Тёть. Ты чё наделал? Стой сюда! Друзья, после всего вот только что увиденного, что случилось между Мефисто и Петрухой, у меня только один вопрос. Ребята, а вы успели купить билет на Королеву Хардкора? Первое в истории российского рестлинга женское хардкорное шоу, которое состоится 19 сентября в Lovely Loft. Мефисто там будет участвовать, и ее оппонентка Лариса Болевых, но об этом мы также позже вам наверняка напомним. Плюс вся информация есть в описании к данному видео и в нашей группе ВКонтакте. А сейчас мы переходим ко второму матчу. На ринге появляется представитель группировки Millennium Алекс Франко в сопровождении своего напарника и друга Зака Нейтона. А это его оппонент Александр, бывший... интернет-чемпион НФР, неоднократный интернет-чемпион. И человек, который, в принципе, вы как видели, на прошлой неделе приложивший руку, в принципе, вместе с Петрухой, опять же, Петруха и Фредди Мачете, к уничтожению данного титула. Если кто-то пропустил прошлый выпуск, обязательно гляньте. Увы, да, ушла целая коротенькая, но все-таки эпоха. Итак, Александр. Ой-ой-ой, на него нападает Алекс Франко сразу же еще до гонга и сбрасывает его с ринга. Конечно, здесь, наверное, может быть, хорошо было бы сказать очередную, уже настолько заштампованную фразу, типа «новая кровь против старой крови», но нифига, потому что Александр, в принципе, сам тоже выступает в НФР, не прямо сказать, что там с самого основания федерации. Конечно, подольше, чем Алекс Франко, и значительно дольше. Но, тем не менее, Александр тоже может считаться новой кровью. Может быть, не такой новой, как Франко, но все же. Ну вот. Здесь, вы знаете, этот поединок имеет, ну, такую подоплеку, насколько я знаю, есть определенная информация у меня, что инициатором этого боя был Ярослав Державин, который, как вы знаете, является лидером группировки Millennium, и в которую входят он, Алекс Франко и Зак Нейтон. Ну, а Александр, бывший напарник, бывший друг Державина по группировке «Другие». И здесь, собственно, Державин, да, был инициатором этого боя для того, чтобы потестить Алекса Франко в бое против Александра. И вот мы смотрим, что происходит. Александр пока, конечно, да, клоузлайн, вот Франко только что так прижал в углу, запускает его
противоположный угол грудины, влетел и на бэкдроп. Попал только что Франко. Уноси, а куда уноси-то, в принципе? Запускает между канатами Александр Франко. Тот врезается плечом в стойку ринга. Зак Нейтан пытается с какими-то разборками лезть. Иди отсюда, вот так вот. Ну, это здесь, конечно, да, ну, Александру, конечно, всегда мешает некоторая невоздержанность, что ли, и неумение держать себя в руках. Вот это уже было неоднократно, когда мы могли это видеть еще во времена группировки «Другие». Он очень быстро теряет самообладание, и вот видите, к чему это может привести. Вот на такой суплекс попал он только что от Алекса Франко, а все потому, что решил прямо вот сагриться на Зака Нейтана. И тем не менее, вот Франко, смотри, вот смотрите, что делает. Он вот так вот на такой захват ловит Александра, пытается выломать ему руку, но Александр выходит из захвата. Ему сейчас, по идее, да, из этого анкл-лока, ему бы вот ногой дотянуться до нижнего каната. И, в принципе, все, нормально. Уже захват бы официально был бы разбит. Но Александр предпочитает вставать, и его Франко заталкивает в угол. Удар плечом, еще один удар. Но Франко, вы понимаете, он как новый, во-первых, участник группировки, участник вообще новой группировки, вот так вот правильнее будет сказать, он хочет показать себя в бою. Особенно ему, конечно же, опять же, я не буду говорить это 100%, что это информация, потому что я это слышал в кулуарах. Ну вот есть такая информация, что ему нужно, да, показать себя вот в бою против Александра для того, чтобы впечатлить Ярослава Державина. Который, я напомню, является... Ой-ой-ой, лэгдропом промахивается. Эх, какой был прыжок, как это, замах на руку, реализация на копейку. Чтобы впечатлить Ярослава Державина, который прям вот хотел очень сильно... Вот так вот уничтожить Александра, но вместо этого мы видели сейчас великолепный удар, великолепный ДДТ и бигбут от Александра. Попытка удержания возле канатов, но здесь Зак Нейтан, конечно, который всегда на чеку. Ну, это всегда проблема вот таких боев, когда рестлер выходит вместе с напарником, с другом. Как бы не происходил бой, в принципе, всегда друг поможет. Рестлер не сможет, друг поможет. Это, наверное, вот... Правильно, европейским апперкотом отправляет Александр Алекса Франко в нижний, в самый низ угла. И таким стомпом жестоким впечатывает ему ногу прямо в плечо. Минус Франко, ну может быть. Ну это да, еще один стомп от канатов в исполнении Александра. И еще один европейский апперкот. Добивай, ну посмотрим, запуск в угол. Ну что, удастся ли Александру? Разбегается и удар коленом. Это одна из коронных фишек Александра. Еще, давайте посмотрим, может быть, еще раз. Байсикл кик, ну, слава богу, наверное, для Алекса Франко, что это был неприцельный удар. Удар прошел вскользь, к счастью. Потому что если бы сейчас напрямую в лицо Франко бы это прилетело, то, возможно, здесь был бы нокаут. Александр забирается на второй канат, и Зак Нейтан хватает его за ногу. Тот отталкивает своего, блин, неожиданного оппонента. И, опять же, смотрите, что делает. Он аутсайд какой делает! Он перенаправляет свою агрессию и сносит просто, смотрите. Александр, это 100 килограмм веса, это 2 метра, по-моему, почти 2 метра роста. И он сносит Зака Нейтана просто как карточный домик. И сейчас продолжает его атаковать, но не знаю, насколько... Контратаку пошел Нейтан. Они, кстати, с Александром практически... Ой-ой-ой, лоу-блоу, удар между ног. Ай-яй-яй-яй. Может быть, Александру и не стоило этого делать. Байсикл кик! Сносит он Зака Нейтана. Но за это время Алекс Франко уже пришел немножечко в себя. Ну даже как немножечко, нормально он себе пришел в себя. Лезет на канат на второй. И Александр, да, успевает нанести ему удар. Так, и удар локтем.
лезет на второй канат. Друзья, знаете, наверное, нас будет ожидать суперплекс. Но, хотя нет. Нет, нет, ударом сшибает Франко Александра, скидывает его на ринг. И... Так, что будет дальше? Он лезет на третий канат. Но Александр встает, удар локтем. Настойчиво Александр лезет снова на канат для того, чтобы все-таки провести. И на чок-слэм, по-моему, да. И просто сбрасывает, друзья. Просто сбрасывает Алекса Франко на Зака Нейтана. Просто вышвыривает его за пределы ринга. Рефери начинает отсчет, потому что, в принципе, это бой по классическим правилам. Хотя вот Данил Дмитриев почему-то решил вернуться обратно. Возвращайся на ринг. А то, конечно, Данила, спасибо. Так бы они без тебя бы, конечно, не догадались. Особенно, ну, конечно, ладно, фиг с ним, с Заком Нейтаном, он должен быть за рингом. Алекс Франко, конечно, не догадался бы, что нужно вернуться на ринг без твоей подсказки. Но Александр решил помочь Даниле Дмитриеву, забрасывает своего оппонента обратно и удержание. Хорошая позиция, кстати, прямо в центре. Чтобы Алекс Франко не смог дотянуться ни до какого каната. Ну что, он вырвался. И Александр просто повисает на канат и говорит, ну как такое может быть? Ну, такое может быть, Александр, да? Не только, так сказать, группировкой другие все время была НФР сильна, но есть и новая кровь, и с которой, возможно, нужно считаться. На горе-бомбу поднимает Александр оппонента, спрыгивает Франко, удар, джо-брейкер, удар, это был чоп по груди, разбег от канатов, и на самоанский бросок ловит Александр Алекса Франко. Просто услышите, ра, вот это вот, ра-ха! Просто рычит, как невероятный зверь Александр на пайл-драйвер или все-таки на горе-бомбу. Все-таки, да, горе-бомба сейчас будет, скорее всего, в исполнении Александра. Проводит! И Алекс Франко впечатывается лбом прямо в ринг. Удержание 1, 2, 3, победа! Все. Увы, установка Ярослава Державина не сработала, и... К сожалению, для самого умного рестлера его подопечный Алекс Франко проигрывает. Но Зак Нейтан тут как тут. Он набрасывается уже после гонга на Александра. И, возможно, сейчас уже после боя, как говорится, они постараются взять свое. Посмотрим, удастся ли им это. Хотя Александр, конечно, измочален. Бой шел достаточно долго. И оба! Это Алекс ЧП! Алекс ЧП появляется! Алекс ЧП! Он сбивает... Франко нападает на Нейтана, удар. И обратный ДДТ. О, Алекс ЧП, господи, сколько мы его не видели. Друзья, мы его не видели год. У Алекса ЧП была очень серьезная травма. Травма руки, которую, кстати, на секундочку, нанес ему Александр в бою. Чрезвычайные происшествия. Коронный прием Алекса ЧП. И он впечатывает лбом Алекса Франко в ринг. Ребята, ЧП рвет и мечет. Но почему он появился здесь, чтобы... Я не понимаю, для того, чтобы помочь Александру, человеку, который вывел его из строя на столько времени. Почему так? У ЧП был очень серьезный перелом, и как раз таки, да, в поединке. Но он протягивает руку, смотрите. Он предлагает рукопожатие Александру. Я не могу поверить в это, в то, что происходит. Но, тем не менее, мы это наблюдаем. ЧП, да, он предлагает своему противнику. Возможно, за продолжительностью времени ЧП все переосмыслил. И рукопожатие, да! Обнимашки, друзья! Смотрите, что происходит. Алекс ЧП, забыв о старых обидах, он прибежал на помощь Александру, и, возможно, это возрождение, ну... Да, группировку другие уже не вернуть. Но хотя бы двое участников из этой группировки после этого развала команды, после этой ненависти, которая была между ними, они нашли в себе силы пожать друг другу руки, простить старые обиды. И, возможно, они попробуют идти новым фронтом хотя бы против той же самой
группировки «Миллениум», а почему бы нет? Как говорится, враг моего врага – мой друг. Алекс Чипе выбирается, вот он, да, с одной стороны ринга. Ну что, друзья, с возвращением. Это очень круто. Мы очень долго не видели его на ринге, соскучились. И вот как он пришел вовремя, насколько это было круто. Александр тоже выходит за канаты, они обнимаются и уходят из зала. Впервые в истории российского рестлинга состоится турнир, женский турнир, и это будет «Королева хардкора». 19 сентября. Lovely Love. Первое женское хардкорное шоу. Вы можете подумать, что я не способна нанести никому увечья, но вы сильно ошибаетесь. В этот день независимая федерация рестлинга обретет свою первую и самую сладкую королеву хардкора. Я королева Крика, а также я была еще и королевой Азии. И совсем скоро я стану королевой хардкора. И вот тогда ни у кого не возникнет сомнения, что Кейси – абсолютная королева. Так. Мы переходим к главному событию нашего сегодняшнего выпуска. Но у меня, дорогой друг, есть для тебя очень важный вопрос. Скажи мне, пожалуйста, если ты сейчас живешь в Москве или где-то рядом, то скажи мне, почему ты до сих пор не купил себе билет на шоу «Королева хардкора»? Скажи мне, пожалуйста. Это, конечно, вот так не... Я могу понять еще людей, которые живут там за 500 верст, но если ты проживаешь вот здесь, вот в Москве или рядом, и ты еще не купил билет, ну, дружище, так нельзя. В общем, давай, у тебя есть еще время, пока есть еще немного билетов. Ты давай, не расстраивай нас всех. Так что давай, мы проследим. Ну а пока мы вернемся к матчу. Итак, к бою. Только что у нас вышел действующий рефери. Да, специальный рефери этого поединка. Это Роди. А это первый участник данного поединка, это Коля Сиплый, он же Федор Марков. Да, моя интермедия небольшая насчет покупки билетов, она была, конечно, такая, ну, немножко затянутая, может быть. Но сейчас я постараюсь наверстать упущенное. Итак, Коля Сиплый и Роди, бывшие напарники, бывшие командные чемпионы НФР, ныне непримиримые враги. На шоу «Возвращение», которое вы могли наверняка посмотреть, если вы являетесь нашим подписчиком на Patreon, или у вас есть премиум подписка на нашем канале на YouTube, то вы могли видеть этот бой между Сиплым и Роди. Но, в общем, была суть в том, что Роди, конечно, проиграл и получил 10 ужасных ударов палкой кендо. Друзья, это надо реально видеть. Вот, Сиплый победил, и он готов идти к следующим вершинам. И вот Михаил Никитин, наш генеральный менеджер независимой федерации рестлинга, на прошлой неделе назначил Сиплому бой. Ну, раз уж ты хочешь так идти к новым вершинам, вот тебе оппонент Константин Лопатка, неуправляемый, неадекватный, но, кстати, при этом весьма любимый нашей публикой. А Роди, который требовал рематча, ну, точнее, там была очень интересная история. Роди требовал рематча, а Никитин ему говорит: ну, ты хочешь с ним выйти на один ринг? Да. Никитин говорит: я тебе дам такую возможность. И сделал Роди специальным рефери этого поединка. Таким образом, бой Коля Сиплый против Лопатки со специальным рефери Роди, который... Да, он был рад, конечно, наверняка Сиплым разделаться какими-то другими способами, но сейчас он является представителем власти. Коля Сиплый и Лопатка сходятся в локап. Так, смотрим. Так, ну здесь... ну, на самом деле, такое себе немножко решение от Михаила Никитина в том плане, что... Ну, будет ли Роди... Он, конечно, обещал, что он будет судить максимально честно, но когда здесь заденуто что-то личное, вот твое...
Особенно учитывая то, что Сипла еще и налетел после боя, после того, как он даже 10 ударов вроде нанес, он еще там налетел на него с ударами, это было уже такое... Не отвлекай судью, да, это было такое личное, вот прям вот, не нужно было этого делать. И Родди наверняка это запомнил, то есть здесь окопная война между этими двумя рестлерами. Ну да, ой, хай-кик от лопатки. Насчет Родди и Сиплова, да, нету опаснее врагов, чем бывшие друзья. Душит лопатка Сиплова, тот хватается за канаты и в принципе, да, схватился за канаты, все верно. Такой небольшой байсикл кик, знаешь, дорогой мой друг, это даже не байсикл, а какой-то самокатный кик. Несколько панчей. Да, и я еще раз напомню, ты билет на 19 сентября, дружище, все-таки купи, если ты здесь в Москве проживаешь. Не расстраивай нас, комментаторскую братью, так сказать, официальных лиц, и рестлеров тоже не расстраивай, особенно девушек наших, которые впервые будут участвовать в таком потрясающем турнире, как Королева Хардкора. Так что мы ждем каждого, и тебя обязательно тоже. Лопатка разбегается тем временем и наносит Сиплому удар в голову. И удержание, из которого Сиплый достаточно быстро выкручивается. Армрингер ДДТ! И удержание еще одно. Раз, два. Вроде достаточно быстро читает. Как вот вам кажется, друзья? Что началось? Ничего не началось. Здесь, конечно, лопатка сам того не желая, потому что он, в принципе, вообще лицо третье здесь. Заполучил себе такого союзника в лице Роди, который, не подыгрывает лопатки, но работает против Сиплова, как мне кажется, немного. Реверс от Коли Сиплова. Лопатка врезается в торнбакл и бэкдроп. Коли Сиплый. В федерации выступает уже очень много времени. Настоящее его имя Федор Марков, но популярность, настоящая популярность и титулы он заработал только после того, как его стали называть Коли Сиплым. Понимаете, какое интересное? И вот эта вот штука, сипломания. С одной стороны, вроде казалось веселая какая-то вещь такая развлекательная. Изначально Сиплый был против вот этого прозвища. Но пошли титулы, пошли пояса и пошли успехи. Но сейчас, конечно, то, что сейчас с ним происходит. Вот это вот, оп, как он лбом врезался в колено лопатки. И вот этим клеймором лопатка его снес. Конечно, это к успехам особо не отнесешь, но в целом карьера Сиплова пошла в гору. После того, как вот он именно стал Колей Сиплом, а не Федором Марковым. А он, кстати, Марков, это с Локомотивом, а не братья. С Иваном Марковым, если кто-то не знает. Лопатка делает прыжок и элбоу с третьего каната. Удержания нет. Было круто, был отличный прыжок, но еще на удержание нет. Третья попытка. Наверное, это бесполезно, ребят. Давайте. Так, лопатка даже какое-то вот находит время для того, чтобы поправить свой борцовок со щитком. Или это просто щиток был, я так и не понял. Хотя у него, по-моему, да, он как-то к сапогу, по-моему, приделал. Вот это, конечно, да, это нарушение правил, и Роди, в принципе, совершенно справедливо на это указывает лопатки. Удар о подушку безопасности. Лопатка идет в противоположный угол и готовится к чему? Это будет атака, но Сиплый перебрасывает его через себя. Удар, контратака, оплеуха по лицу. И навстречку Сиплый. Его все-таки ловит, а вы знаете, вот этот удар был очень серьезный. В свое время Сиплый как раз-таки Антону Юдину вот так вот челюсть снес и отправил того в больницу. Оба, промах. И еще один удар во встречку. Вот так вот, друзья. Вот Сиплый может, Сиплый протекует. Удар об опрон. 6. Это в принципе... Сиплый тоже знает прекрасно правила. Потому что если ты находишься за рингом, то до 10 счета нужно вернуться обратно. Запуск. Сиплый запускает лопатку, тот бьется в стену. И на суплекс, снэп-суплекс проводит Сиплый. Да, так вот, Сиплый прекрасно знает правила. Он попытался,
забраться обратно на ринг и обратно вылезти. И в этом случае вообще счет обнуляется. Но Роди так не проведешь. Он всю эту кухню знает прекрасно. Сиплый закидывает лопатку удержания. Эй, ну это было... Лопатка оторвал лопатку, друзья. Такое бывает, когда лопатка отрывает лопатку. Ну, в общем-то, все прекрасно видели, как было. Это, я говорю, это когда вот вражда между... Серия чопов и хайкик. Когда вражда между двумя людьми идет, то может произойти всякое. Лопатка идет в контратаку, удар по загривку Сиплому. Подвесил его на второй канат и, возможно будет лэг-дроп, ну посмотрим. Не даблстомп, отличный даблстомпище. Лопатка, вы знаете, друзья, сейчас мы наблюдаем, по-моему, какую-то новую жизнь Константина Лопатки. После тех проблем, которые у него были, сейчас Лопатка, он прям вот идет как-то по-новому. Идет по-новому в бой, какие-то свои собственные цели. Ну, вспомните, опять же, его бой против Руби Брута. Это был какой-то другой Лопатка. И то, как сейчас он работает, тоже мы видим нечто новое. Роди, ей-богу, вот он знает все правила. На спайнбастер ловит Сиплый Лопатку и проводит, ну, не все, да, Сиплый лезет на второй канат. Ну, ей-богу, вы помните этот прикол, да, который вы могли знать, если вы смотрели стримы НФРовские с участием Роди. Или комментарии, кстати, то же самое. Когда Роди пробовал работать комментатором, промахивается Сиплый. Ну, это был вообще прыжок в никуда, в пустоту. Бигбут! Ой, как быстро отсчитывает. Давай еще раз, раз, два. Роди, ей-богу, ну считай еще быстрее, я не знаю. Если ты стараешься так быстро отсчитать. Но, конечно, мы понимаем, что для Сиплого сейчас ситуация, ну, очень плохая, очень плохая. Лопатка запускает Сиплого, тот реверсирует. Так, еще один реверс, какие-то карусели пошли. Толчок в спину. И... бросок Сиплого. Как Сиплая бомба. Удержание 1-2. Еще раз. 1-2. Да, знаете, друзья, бой со специальным рефери — это всегда лотерея. Потому что очень часто рефери бывает такой заангажирован в чью-либо пользу. И сейчас, ну, он не в чью-либо пользу, но он против Сиплого. На импеллер Лопатка пытался завести Сиплого, нет. Сиплый ДДТ втыкает Лопатку просто лбом в ринг. И что, удержание, пробует Сиплый очередное удержание провести. 1-2. Ну, и ой, ну в последний момент. Ну, ребят, ну это... было 3, скандирует публика. И действительно, если бы Роди быстрее отсчитал, конечно, было бы 3. 100%. Но он рефери, на нем полосатая форма. Продолжаем бой. Сиплый вне себя от ярости. Ты в порядке, спрашивает. Судья разные бывают. Судья разные бывают. Ну, друзья, извините, начал заговариваться уже. Ну, судьи разные бывают, и про них разные поговорки складывают люди. Здесь Сиплый. И вот, смотрите, на что попал. Попал на коронку от Роди. Кодбрейкер и мексиканская бомба от Константина Лопатки. Втыкает затылком Сиплого Лопатка и удержание 1-2-3. Все. После коронки от Роди, после коронного кодбрейкера и после мексиканской бомбы от Лопатки... Коли Сиплый, к сожалению, уже не нашел себе силы, чтобы встать. Победа Константина Лопатки
Победа, естественно, как вы видели, не без помощи. Не без помощи Родди. Тот говорит, да, давай, сейчас я вот покажу. Вот, да, вот. И Родди показывает, что победитель этого боя Константин. И оба, смотри, ловит, смотрите, что делает. Он пытался поймать его на обратную подножку, но вместо этого... Верни футболку, а смысл возвращать? Я, честно говоря, не понял. Родди, видимо, решил не только Сиплова, но и лопатку. Ну, к лопатке-то у него тоже есть определенные претензии. Это, как я и говорил, то, что это не то, что он там лопатки друг, он враг Сиплому. И лопатка при этом тоже является вражиной, но вот атака на Константина у Родди не прошла. И тот уходит с ринга. Лопатка тоже покидает наш ринг, Сиплый остается. Ну, а мы прощаемся с вами и до встречи через неделю. Покупаем билеты на Королеву Хардкора, друзья. Не забываем. Пока. До свидания.